Плюс, да. Не буду потяжиться. Не знаю. А что не знаете? Как думаешь, все потяжут? Вещь какая-то интересная, то что такое. Машарочка. Правда, тут в темноте не видно ни хрена. Ничего не видно здесь, в темноте. Чего вы думаете? Ну, Марья Николаевна рассказала, что в те времена им, наоборот, платили нормально. Когда вот уже перестроили парк. Нет, это до перестройки. По-моему, как раз только вот начали перестраивать вот этот момент. Ну, у нас 2007 работает, там, 2008, что ли, 2007. Наверное, это еще до перестройки. Ну, это, видимо, ее тогда еще не было, значит. Как раз мастером она пришла. Вот она говорит, нам платили в то время уже, наверное, 2018. А это, прикинь, 2007 год. Нам сейчас 18 не платят, только вот с повышением. Я не знаю, почему твоя подружка сказала, что коньяк плохой. Неплохой коньяк, даже вот этот дешевый, неплохой. Может, она какой-нибудь попробовала сейчас? Ну, вот это не коньяк. Ну, напиток, да. Это напиток коньячный. Форель? Конечно, здесь река. Его же бросили недавно делать.
эти подпорки стоят. Передняя или задняя? Видеозапись. А? Передняя или задняя? Не снимает. Вот у меня выбирала. При нажатии что-то пишет, там масштабирование. Невозможно. Ничего не делаю, ложа. Тут так темно. Где он туда на свет? Так уже не то. Ольга, отдыхай. На море. Ты хоть сзади поправил бы. Ты сама скажи, я отдыхаю на море. Я отдыхаю на море. Собрались замороженного. Собрались замороженного. Котенка, котенка не раздави. Тихо-тихо-тихо, котенка. А то вдруг пузо попадет. Все отказались, мы с Таней там херачили. Она вот там не пометочно стала относиться. Раньше она как-то свысока, а сейчас она прям с километром. Ну хорошо, мы с ней там довозякали. Она уже забыла давно. Да нет, она это. А Марина, она воин, ей похеру, она затопчет, если когда ей надо ее делать делать.
Наконец-то приехали в город-герой Волгоград. Наверное, центральная эта улица у них. Хотим вот туда прийти, к этой даме. Вот. Всем привет. Вот мы, Паша с рюкзаком, с трусами, говорит, не расстанусь. Короче, мы идем вперед. Надеюсь, придем. Стадион. Там за стадионом парк. Колеса не видно. Короче, все, мы идем. Пошли, будем. Вот она, красавица. Пришли мы. Большая. Добрались. Да понятно. Связь сюда крутишься. Вон собаку сюда кормит. Пойдемте, пойдемте. Здесь погибшие. У них все вот фамилии. Вечный огонь. Красиво. Все вот эти фамилии. Красота. Гуляет. Стадион, он там мигает так. Заехали перекусить. Вот так вот лучше будет. В шортах, в майках, жарко. Я вон в красных шортах. Давайте снимем. Давай. Красных. Я вот тоже. Жарко. Хорошо пока. Ты меня... Ай. По туннелю едем. В Сочи. Да, я там с кем разговариваю. Сама с собой уже сдурела. Срочно нужна... Купили шашлык, срочно нужна чача. Я ж планы не раскрываю. Дождик идет. Сейчас Вовану заставим купаться, сезон открывать. А что делать? Я в куртке. Ночное, вечернее, вернее, море. Мальчишки купались, я нет, пока холодно, мне кажется. Луна, закат. Вован у нас немножечко задерживается. Красота. Первый день отдыхаем.
не считая вчера, вылезли. Куда мы вылезли, скажите? Собрались в новый Афон. В пещеру. Едем, такая аллея красивая. Вот эти загорать вот... в пещеру едем. Загорать, да. Затариваться едой. В пещере. Подожди. В пещере все сожрем. Как Вов, вот эти, как их деревья называются? А? Деревья. Рашкакшево. Кипарисы? Нет, а вот... Самшитовые. Да, наверное, да. Самшитовые, да. Красиво. Впереди вон горы. Впереди горы. Так, хватит тут умничать. Настроение вроде улучшилось. Вован вчера улучшилось после чая. Вован не улучшилось. Вован еще раз утром так придет, бесполезно. Все. Вот. Вообще отвернусь, не дам никогда. Чего не даст? Ладно, это мы потом выясним, что там у него. Короче, настроение вроде улучшилось. Погода вон какая не очень. Но мы едем на экскурсию сами. А вечером шашлык будем делать. Слева гору он сними. Я сняла. Давай с дорогой следи, умничаешь здесь. То есть вот не успеваю и за дорогой следить. За, вот, за мной, не за нами, да? За вами. Приехали в новый Афон. В пещеру хотим спуститься. Прикольно здесь, народу много. Вот. Что-то еще про парк жалуется. И вообще одна... Машки вышли. Одна касса работает. Вон, Машка. Вон, прикинь, какая очередь. Ступенек. Мы с тобой еще молодцы. И никто не ворчит. Главное, никто не скандалит. Вот. Вот мы в туннель спустились. Ждем электричку. Народу много. Сейчас нас повезут в пещеру на ней. Удачно купили билеты. Прям 5 минут ждали. Думали, не пройдем. Едет. Да, я ее сниму. Прикольная, современная. Тук-тук прям почти. Сейчас в пещеру поедем. Шашлык сейчас будем делать, наконец-то. Погоду вроде восстановилась, дождя нет. Вот пока нас здесь не было, и прыгать им не надо было. Сейчас интересно. Угу. Вот. Местное пиво купили. Коньячок у нас в холодильнике. Мясо. Собака у нас охраняет здесь. Павел Иванович. Лимонад, как обычно. Короче, вот сок. Сок. У нас все по теме, все по делу. Каждый свое находит, что надо им.
потом тут мы тоже пришли. Позоришь нас, Павел Иванович. Вот охранщица наш, охранник. Ну, знаешь, что так-то? Дурак. Мы кушаем шашлык, пьяные. Мы кушаем шашлык, а шашлык на вилке даже нет. Пьяных. Вот шашлык. Сочный какой. Мираторг. А выпить у нас пока нету. Солю помидорку. Любовь соленые помидоры. Ольга Николаевна у нас пьяная. А коньяк уже кончился. Все. Ну мы не отчаиваемся. У вас там уже полтора храпит. Храпит? Вот. Нас спасают. Я не знаю. Вот что вообще будет утром. Там стоит 300 с чем-то. Там, то есть, если здесь. Продолжение потом будет. Все холодно. А там, мне кажется, не было другой. Ты, вот. Он уже туда допил. Нет. Сегодня погода налаживается. Солнышко, море такое более-менее спокойное. Народ у меня вон собирается. На дискотеку ботинки обувает. Мелкую рыбу? Нет, мы большую взяли. Ты мелкую будешь? Чистую форель? Не, мы взяли толстолобика. Я просто не знаю, как они выглядят. Не готовки мелкие брать? Вот мы толстолобик. Ну вот наш второй этаж. Вот охранник с нами всегда. Вон охранник идет. Белый. Да? Охранник-то наш. Привет, доброе утро. Охраняет наш покой. Вот так вот во дворе. Красиво. В общем, мы живем вот в этом здании, второй этаж, вон там вот угловые наши, окно угловое наше, третий этаж хотим, может договоримся. Здесь эконом, он эконом ходит. Все, здесь эконом остается. Гранатовое дерево на пляж нашли. Пытаемся сорвать, пока не получается. Он, Вовака, сорвал. Посмотрим. Вот. Он не спел, наверное. Конечно, я тебе сразу скажу, не спел. А вот тут покраснее. Сложно достать. Тоже, наверное, не спел, но покраснее. Ольга пытается съесть гранат, который еще не поспел. Может, нормально, борит. Хорошо. Как не понять? Нормально? Нормально. Надо сказать, хорошо, нормально. Сам процесс снимаю. Наконец-то мы пришли в кафе, первый раз вылезли. Мое самое любимое вино стоит 190 рублей. Представляете, здесь? Заказали шашлычок, потом покажу. Сыночек заказал сок, как обычно. Сыночку пить нельзя, говорит, а то не вырастет. Пензяк. А то не вырастет. Ну, такое скромненькое кафешко около дома. Попробуем.
Короче, пока вот у нас вот. Вовака себе. Что себе? Ты вино будешь пить со мной? Да, у меня там чай еще. Вот я тоже так думаю. Ну все, следующий у меня будет уже с шашлыком. Отчет. Отчет, да. Принесли нам наконец-то мясо. Попробуем. Улыбнитесь хоть, молодой человек. Пожалуйста. Пожалуйста. Все. Супер дорога. Ой. Не как, как, ничего себе. Ребятки, вас заснять. Это мы приехали в Гагры на рынок. Здесь горы. Другая местность. Вот. Подожди, еще рукой машешь, я до тебя не дошла. Теперь можешь махать. Вот. Погода не очень летная. Вот мы вылезли. Как посмотрим на пляж хотим. Сегодня 20 сентября. Решили пожарить рыбку. Форель купили на рынке. Вован замариновал. Пакетик достань, как раз хочу снять. На углях. На решетке. Павел Иванович сегодня опять нас будет укладывать по домам. Нет, сегодня не будет, не будешь, не переживай. Все, мы уже в себя пришли. Вино взяли полусладкое, белое попробуем. Тоже. Вов, 200 что-то оно стоит, да, Вов? 230. Да, короче, белое, белое вино с рыбой. Что там? Сейчас дыньку. В общем, у нас опять праздник продолжается. 21 сентября. Сегодня солнышко весь день. Мы купаемся. 26 градусов показывает. Вода чистейшая, да. Что касается воды, здесь классно. Ой, Вовака. Мы с Вовакой решили сегодня в обед так сделать. Солнышко от нас куда-то спряталось, тучки повисли, но тепло. В сарафане. Взяли мы, ну да, взяли по чебуреку и вино. Белое, полусухое. Покажи-ка, Вов, какое вино у нас с тобой. Жипь. Местные тоже. Здесь мы сейчас на другую сторону пришли. Здесь сосны. Кругом одни сосны, сосны. Пахнет соснами. Реликтовая роща. Да. Тогда мы были, где горы ближе. Сейчас у нас одни сосны. Вот. Ну, так-то тепло. Градусов 23, наверное, есть. В общем, у нас такой сегодня обед. Шикарный. Ну все, останавливаем. Взяли экскурсию часовую по морю, по Пицунде. Погода, вон какая, офигительная, чернота. Чернота, дождик, наверное, опять будет, задолбал. Да. А
новых пассажиров, которые появились на борту теплохода «Гера Абхазии», мы приветствуем. Добрый вечер. Сегодня решили шашлык пожарить, сами замариновали. Вот это пробуем с соком, лаваш, зелень. Специалист нам жарит шашлык. Посмотрим. Обычно получается хорошо. В этот раз тоже получится. Нормально все. Все хорошо будет. Киса за нами следит. Местная. Завтра собираемся на озеро Рица. Сегодня 22 августа. Сентября точно. Неплохо ты вернулась. Мы выехали наконец-то на Рица, озеро Рица. Вот. Уже горы кругом. Сухуми проехали. По мосту решили пройтись через горную реку. Да, вон уже прошел. Мост такой прикольный. Вот, здесь такая природа. Иваныч идет, посисневается. Вода, наверное, холодная. Все ближе к озеру Рица движемся. Здесь уже вон какие горы красивые. Остановились. Дымка какая наверху. Остановились. Сфотографироваться. Этот нос делает. Это за счет водорослей? Взяли экскурсию на маленьком кораблике. Лазурно-бирюзовый больше защита. Я одно сказала. Знаешь, меня недавно одна блондинка удивила, что я чуть не влюбился в нее. Ядовито-пурпурно-зеленая. Слышишь? А мы с нее пили в прошлый раз. Это чистая. Да, это, конечно, обилие, потому что это чистая питьевая вода. Чистая вода, большая глубина, конечно, все, что мы с вами видим, это отражение гор, неба, не более того.
Вода чистейшая, прозрачная. Прозрачная. Он у меня катался, полегали. Все у тебя катались. Взял, взял. В декабре, все, в январе. Прозрачный просто не придумаешь. Рыба водится, но большей части здесь снимая. Уезжаем с этой сказки. Специально снимаю, если пойдет, то меня потом не сказали. Конечно. Я стою в 3 метрах. 3.15 даже. 3.15. 17. Его блогеров 30. Да, то кого круче. Сказка заканчивается. Облака. Представляете? Облака. Внизу. Оставить перекусить. Местный бандюган. Купили арбузики. По 2 арбузика. Вот, давай, давай вот у него, да, да. Скажи, дай сосиску. Скажи, дай сосиску. Дай. Вот. Там. Залезь, залезь, привезем тебя. Мне не понравился. Забрать? Нет, пустой.